перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Прямой эфир. Это даже не топовый эфир. Почему так? Мы сообщили вашим подписчикам, что вы вошли в прямой эфир. Вы вошли в топовый эфир, должно быть написано. Подождите. Приглашаем еще больше подписчиков. Нужно больше подписчиков. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот мне кажется, мои нравоучительские лекции идут вам на пользу. Вы уже здороваетесь. Топовый эфир. Вот стоило мне опять понравоучительствовать немножко, и эфир стал топовым. 500 человек. Вау, вау. За несколько секунд. Браво. Так, здравствуйте, здравствуйте. Уже 20 человек хочет быть со мной на одном эфире. Вау, вау. Ой, когда новый батл на твоей площадке? В ту субботу был. Привет, здравствуйте, вы уже здороваетесь, меня уже это радует. Я слежу за баней, у меня там окошечко и окошечко на трубу. Дым перестал валить, вьюшка закрыта, скоро я пойду в баню, пойду за веником. Кстати, могу показать вам, где у меня хранятся веники. Привет, школьник. Даст фору тебе в отменной брани и в любую стрелялку, школьник. Все твои идеалы засрет за копейку. Лагает. Пиши за веником. Ого, сколько мух. Как будто кто-то умер. Ты слышишь? Ты слышишь мух? О, соседи. Это не татуировка, не. Дима, ты учился с Соболевым? Да. Коля постоянно меня списывал. Коля вообще был таким себе ученичком. Героин продавал в туалете. Так, нет, это шутка, конечно же. Он делал это за гаражами. Шучу, нет, Коля не продавал героин. Вот что за глупости? Почему у меня столько негатива, в принципе, во мне? Я пытаюсь выдавливать из себя его по крупицам, по капелькам. Но еще немножко ползет. А, замолчи. Где веники-то? Это похоже на веники? Нет, нет, это не веники. Это мое детство. На таких штуках я ходил на охоту раньше. Ружье показать не могу, оно в сейфе. Блять, все перестроили, блять. Понять не могу, где нынче, где можно нынче перед баней найти нормальный веник? Дима, привет, здравствуйте. 590 человек, топовый эфир, браво, браво. Надо спросить у отца. Там есть веник? Нет, я не вижу просто. Напиши. По-моему, нет. Всех школьничков поздравляю с первым днем ада. Добро пожаловать в Вальгаллу. Ничего хорошего вам это не сулит. Следующий год будет наполнен. Ну как год, для вас целый год. Для меня отдых. Мне будет хорошо. Мне только одно нехорошо сейчас. Я веник найти не могу. Привет, я бог, пишет кто-то. Ну ладно. Ты американский бог?
Я просто недавно посмотрел сериал «Американские боги», блядь, замечательное творение. Мне очень понравилось. А, наверное, в бане веники-то. Всякое здесь, всякое мы бы увидели, да? Ладно, посидите пока. Вернее, посидим. Минут через 15 я пойду уже мыться, париться. Вас с собой не возьму, потому что я буду без одежды. А тут ограничения некоторые на красоту мужского тела. Посидим на досках. Сними рубашку. Зачем? Зачем тебе стекловато? Чесаться будет. Да-да-да. Нет. Чуть позже. Зачем тебе веник? Чтобы париться, очевидно. Так. Институт лучше школы, конечно. В вузе много незнакомых, симпатичных баб. Ебать, Барни Стимпсон стрим ведет. Да, да. Знаешь, как я встретил твою маму? Она была на вокзале. Так. Поможем Диме найти веник. Да, 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 да. Можешь кидать предположения свои, где спрятан веник. На лбу тату нет. Ты чё, какой, блядь, тату? Я вообще... Тату для меня это нечто, блядь, совершенно неприемлемое. Можно воды? Конечно, можно. Ты же не в Индии, где проблема открытой дефекации портит чистые источники и отравляет кишечники малолетним детям. Скажи привет мне. Привет мне. Ты где? Я на севере. Покажи тёлку Ларин. Не покажу. Здорово, Шеремет. Дай на свай, пожалуйста. Тут уже своя тусовка, да? Тут барыжат на сваем. Когда дреды сделаешь? Когда отрастут? У нас теперь питание платное. Возмутительно, блядь. В школе платное питание. Ибо правительство спиздило весь государственный бюджет. То есть ты, будучи школьником, уже осознаешь, да, что происходит. Ну ладно. Молодец. Комментарии сегодня, конечно, эфир топовый, но они никак, ну, не соответствуют названию. Давайте постараемся лучше задавать вопросы и лучше получать фидбэк. Псевдоним, псевдонимп. Тебе бы рэп писать. Псевдонимп. А, нимп. Нет, братан, это не нимп. Ну, вглядись. Ты чё ты как тупой? А, спой 15-й год. Не хочу. А вот ты споешь что-нибудь, если я тебя попрошу? Я знаю, что ты читаешь дома. Я вывел недавно формулу. Я могу любому школьнику сказать. Я знаю, что ты читаешь дома. Каждый школьник читает дома. Ну, не в плане там внеклассное чтение или там, что прочел летом, да, вот этот список, блядь, читательский дневник, вся эта хуйня. А каждый из вас читает дома. Чужое есть что-то свое, не знаю. Но каждый из вас. Ты читаешь дома. Я знаю, что ты читаешь дома. Как тебе реакция на твой клип? Неплохо, мне понравилось. Давай, когда видос? В процессе. Я сегодня в Питер лечу. Утром буду, вот, начну действовать. Что по критическому мышлению? Оно не существует. Так, Ксения Ушакова хочет принять участие в моем эфире. Угу, угу, угу. Еще 26 человек, между прочим. Чем вы лучше, Ксения, этих 26 человек? Я читаю дома рэп. Вот видишь? Вот напиши, читаешь ли ты дома рэп? Я убежден, что ты читаешь дома. А, видел новое видео Соколовского? Нет. Не успел. Здравствуйте, 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 ребята. Я тоже рад вас видеть. Так, потом расскажу. Ну, конечно. Ты не читаешь? Пикачу Хома. Спорим, читаешь? Передай привет колхозу, пес. Не знаю, не хочу передавать привет колхозу. Фантастику уважаешь? Конечно. Сегодня с мамкой вспоминали Рэя Брэдбери. Вот, всю эту историю. Марсианские хроники обсуждали. Да-да, мы с мамкой обсуждаем такие вещи. Не то, что ты со своей, да? Где делась твоя злость? Правильный вопрос. Куда делась твоя злость? Кем ты стал? Где ты гнев проебал?
тебя есть тачка? Только на прокачке она стоит. А так есть, да. Я не читаю книги, я читаю... Вот, вот оно, вот оно. Я же говорю, каждый читает дома. И ты читаешь дома. Ну, что ты, блядь, отнекиваешься? Я вижу, как ты качаешь головой. Как к Паншину относишься? Нормально. Как настроение? Ну, ты видишь. Как дела? Ага. Вот видишь? Видел новый клип Хаски. Да, замечательно. Замечательная работа. Хаски вообще в последнее время делают очень атмосферные штуки. К этому надо стремиться. Покажи сосок, а ты мне что? Я не читаю дома, не верю. А, пишут 6ix9ine, между прочим. 6ix9ine читает на студии, это правда. Слава КПСС, уважаешь? Я уважаю всех, кто читает в микрофон, скажем так. Вот. Хованский в шараге всем преподам бошки ломал. Не думаю. Ларин, какие книги рекомендуешь почитать? Научно-популярная. Приезжай в Украину на гастроли. Приеду. Сейчас альбом допишу и приеду. Как тебе новый альбом Фараона? Не слушал. Я слушал сегодня, блядь, просто на одном дыхании альбом Эминема. Он выпустил буквально вчера, внезапно, не анонсируя эту всю историю. Послушайте, замечательная работа. 13 треков. Классно. Иосиф Кобзон, уважаешь? Сложный вопрос. А покойники либо хорошо, либо ничего. Как идея начать путешествие по российской глубинке? Я уже был в российской глубинке. Я сейчас нахожусь в российской глубинке. Глубже некуда. В каких городах в ближайшее время появляешься? Питер, Москва. В ИКБ, возможно, поеду скоро. Смоленск, не знаю, недавно был. Хочется в Казань скататься. Вообще, Дальний Восток. Мне кажется, я... обделил вниманием этот регион. Я был всего один раз. Несколько дней. Хочется там пожить, понять, что как. Магадан, возможно, съезжу. Да, если ты из Магадана, ставь лайк. Привет. Как относишься к Фейсу? Нормально. Он же читает рэп. Либо ничего, кроме правды. Ничего, кроме правды, да. В Крым приезжай. Окей. А, ты свой дом строишь. Тут дом моего бати. У него все хорошо. В Карелии был, конечно. На карьере был. Вот. Ставят лайки люди из Магадана. Респект магаданским. Но если у тебя есть интернет, который позволяет стримить, то хуйня это, а не глубинка. О, нихуя себе у нас тут это. Появились ценители глубинки. Глубинка это там, где нет интернета, окей. Блять, в Купчино в определенных местах тоже хуй найдешь. Сеть. Рекурсус вышел с тобой, да? Вау, надо посмотреть. Как относишься к альтернативным рокерам? Сегодня новый альбом Фейс, гляну. Во сколько ты пошел в первый раз? 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 Куда? В баню? Так, меня лохом называют. Александр в Петр 2. Блять, с таким никнеймом лох это ты. У меня даже у бабушки в зашелой деревне есть норм интернет. Вот, видишь, поэтому не выебывайся. Наличие интернета еще не говорит, что это не глубинка. LJ топ? Нет, LJ не топ. В Хабаровск Go был. Лень смотреть на эти все трансляции, сними ролик про изменения. Думаешь, стоит? Вот действительно стоит. Я просто стесняюсь немножко. Я сам, по сути, свой стеснительный человек. Поэтому, ну, первая мысль у меня какая? Кого еще ебут мои изменения? В принципе. Кому они нахуй интересны? Кому, блядь? Тебе, что ли? Так вот, напиши, интересно или нет. Эфир топ. Эфир топ! Топовый эфир. Спасибо, что напомнил. Нас действительно очень много, поэтому эфир топовый. Что делаешь? Веду стрим. Как относишься к людям, которые употребляют сигареты? Спасибо, что напомнил. Сейчас пойду покурю. Да вообще плохо. А? В баню? Сейчас. Ладно, чуваки, давайте это... Сейчас, 5 минут. Покурю, короче. Пойду в баню. Папа! Пап! Я ж приемный. Ну где веник возьмем? Папа! А где веник? А, я здесь искал. Ну. Лампочка взорвалась.
Ну хорошо, не баня, а то трубу-то, как я взорвал было. А? Я в темноте помоюсь. Я в темноте помоюсь. А. Ладно, сейчас покурим это. Сейчас 5 минут иду. Так. Ну, в принципе, за эти 2 минуты вы слишком много узнали обо мне, о моей семье, о моем взаимоотношении с отцом. Какие сигареты куришь? Не скажу, я самокрутки обычно курю, но здесь сельская местность, и хуй найдешь рисовую бумагу и эко-картон.